Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдди Санни Орешек, и добро пожаловать в нашу новую серию Трэшлото Майнкрафт. Здорово всем, всем. Всем приветули! Здорово! Вы знаете, все прекрасно знаете, что нужно делать прямо сейчас. Кто влепит лайкусик, тот огромный молодец. И сразу выйдет новая серия. А кто не влепит, тот кто, Игорь? Вот именно. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мы будем начинать, поэтому, пацаны, давайте. Погнали, вперед. Давай. Что, пацаны, готовы нажимать? На камень, ножницы, бумага. Давайте. Да все, успокойся. Что я нажал? Опа, все, я побежал, пока. А что, Игорь, ты опять? Если вы хотите, чтобы я сказал, кто здесь, нужно ставить шо? Лайки, ну давай, мы все поставили уже, давай. Давай! Эдисон. А чё, нечестно, Жека должен быть в этот раз! Выкидывай бумажку туда. Ничего не буду, ну хорошо. Так, Игорь, теперь нужно выбрать роли, Игорь, понимаешь? Так, а ну-ка, отошёл отсюда, да. отошёл. Я заранее предупрежу, если там опять гей, то я сразу просто ухожу. Давай ты первый, давай ты первый. Давайте тяните уже. Кто? Я контуженный дед. Мы не сомневались даже. Давай. Это же моя очередь. Твоя. Моя очередь. Гей? Ну, пожалуйста, гей. Я боюсь смотреть. Гей! Точно гей, Игорь! Пиндос. В смысле точно гей, Игорь? Я не гей. У меня пиндос. Пиндос, мать! А ты пиндос! Дед ты пиндос? Просто идеально. Я всегда говорил, всегда. Пошли, пацаны, запускайте. Я запускаю шарманку, в этот раз. Крути барабан. Давай. Запускай. Короче, ребята, подойдите. Важное задание для вас есть. Идите сюда. Важное задание. Короче, Игорь, ты у нас контуженный дед пердун на Второй мировой войне, да? Шу! Вот. И ты владеешь магазинчиком, булочной. Понимаешь, булочки выпекаешь. Вот твой магазин. Look at this магазин, тупой дед. Буханки. Буханки, давай, иди. А Жека у нас будет пиндосом инспектором. Он хочет закрыть магаз деда, а дед должен оправдываться. Что же тут? Не так или наоборот, все так. Поэтому давайте, пацаны, начинайте. Окей, мистер дед, подождите меня, wait for me, please. Я инспектор, да, мистер? Ты инспектор, да, вы инспектор, мистер пиндос. Господин дед, я пришел проверить, как у вас тут все, собственно, устроено. Хлеб тебе нужен, да? Приморский! Нет, я мистер инспектор from America. Дед начинает подозревать то, что это немец! Шу. Немец со Второй войны! Мировой! Ты шо? Ты какой-то спецагент, шо ли, да? Мне кажется, ты немец! Я не понимаю, про что вы говорите, я просто пришел проверить, как. Я точно застрелю! Я не понимаю, почему вы на меня агрессируете. Я I don't понимать русский at all. Мистер Дед, почему у вас тут паутина? I don't понимать. Потому что я старенький, магазин старенький, все просто, ножки болят, радикулит, все жопа. Вот поэтому надо закрывать, да, инспектор, надо закрывать эту лавку. У меня мечта, я хочу избавиться от камней в почках. Дед, я вас прекрасно понимаю, но это не гигиенично, и я вынужден закрыть вашу лавку. Дед идет сюда и берет ружье. И начинает выгонять пиндоса из магазина. Так что вы делаете? Давайте вы сейчас мы все успокоимся. Ну шо, говно, как в 45-м? Keep calm, please, давайте обойдемся без этого. Как это по-русски? Fuck you, bitch, please. Оооо, где-то приступ, где-то одевает свою немецкую броньку, одевается свою... Со Второй мировой войны начинает выгонять! Мистер ведущий, I don't подписывался на такое, please. Я не знаю. Я всего лишь инспектор from America, please. Don't shoot. Я копаю окоп сейчас, где моя тяпка, подожди. Пиндос у нас начинает быть агрессивным. Он уже больше не пиндос, начинает читать трепчанский. Fuck you, bitch. Hey, listen to me, fuck! Пиндоса больше нет, магазин у меня. Hey, look at me, brother! I don't понимать! What the fuck are you doing here, man? Тихо, не кукарека, я все равно ничего не понимаю. Ты пиндос продолжает. Тупая, motherfucker! Listen to me, motherfucker! I will close your magazine! Тебя не готов к переговорам. I will
close your магазин, bitch! Не трожь мой магазин! Короче, инспектор хочет зайти в другую комнату, которая вот тут находится по соседству. Open to me this комната, please! Пошел в жопу! Наш дедуан вспоминает, как же круто было на Второй мировой. Он начинает рассказывать инспектору, сколько немцев он завалил. Знаешь, сколько немцев я завалил в свое время? Ох, ох, ох. Мистер Дед, я в окопе. Прилетает граната. Я выхожу из окопа и выжил. Понимаешь? This is очень круто, но please, откройте мне this комната. I want to see. Открываем комнату, заходим. Oh my fucking god. Дед, там инспектор что-то нашел. Oh my fucking god. Что это? Это мои боевые трофеи, они не настоящие, сынок, не бойся, милок, не переживай, все нормально. А инспектор-то понимает, что настоящие, да? Иди сюда, дед. Я понимаю, это настоящие. Это что, пленные немцы у тебя в подвале? А ну-ка, товарищ ведущий, дай мне карточку, я его тоже тут закрою. Пиндос, немцы, какая разница? Открывай его. Пиндос начинает бомбить, потому что дед его не слушает. What the fuck is going on? What is this? А дед не понимает, что это английский, дед начинает думать то, что пиндос сатану вызывает. Ага, значит так. Please, keep calm, don't kill me. Я с тебя выбью эту дрянь, а ну иди сюда. Как это по-русски, ведущий? Как по-русски? Что? Как ему сказать по-английски, что он дебил? Fuck you, bitch, скажи. Идиот. Дед. Я дед. Степан меня зови, Степан. Степан, дед идет в туалет. В туалет. Ага. Идет в туалет, садится на... Капочки камнях не могу поссать, понимаешь, не могу. Да, ссать мы не будем, садись. Дед начинает какакундить. Дед начинает издавать звуки, как будто он на танке едет, как будто Вторая мировая война. Вот как он какает. Слышь, молодой, давай гранату! Ведущий, мне страшно тут находиться. Неси полотенце! Вижу немца! Пиндос идет сюда. И случайно находит скрытый сундук вот тут под мусоркой. А там у нас дробаш. А дед до сих пор пердит, как будто на танке едет. О май fucking god. Пердит, дед, пердит. Пиндос, Пиндос, что это такое? Like nigga dick. Жека, ты в прошлой серии гея играл, не в этой серии. Он такой большой, понимаешь? Дед, ты это слышал? Дед начинает упрекать то, что в 45-м мужики были нормальными. Hello, дед. Мы таких знаешь, что мы таким чайные пакетики. Ах ты что? Чайные пакетики. It was easy, GG. Чё вы им делали, дед? Вот что он делал. Look at me, dad, look at me. Все, хватит убивать друг друга. У деда начинается приступ величия. Он хочет захватить эту планету. Эту планету и хочет истребить всех немцев. Потому что он считает то, что все на этой планете немцы. Так, первый немец пошел. Да подожди! What are you doing, fucking idiot? Дед берет пиндоса в плен. Ты, короче, сотри, видишь вот цепи, да? Как там у вас называется? ВДСМ, да? Вот, у нас это по-русски, значит. Мы одно выселим и тебя сюда... Нет, блин, в эту комнату, потому что... Пойдем сюда, пойдем, я тебя печеньем угощу. Окей, мой брат, я иду за тобой. У деда начинается мания величия, он думает, что все немцы, поэтому он рассказывает свой коварнейший план по захвату всей планеты. План таков, я расширяю свою будущую. Хочу гранату в булках, в хлебе, в булках. Серьезные намерения. Вот. Дайте. Мне будут есть, и у них будет разъярать, еб***. Кого будет? Еб***, разрывать будет. What is еб***? Я не понял, кого будет разрывать? Обама, хорошо. Обама, Russian... Russian love Obama. Обама in my heart. Russian love водка, пошел в жопу. Водка is my friend, как выпить. Понимаешь?
Водка великий напиток, короче, выпиваешь сразу, я баба, ряд. И кто только и сразу, все сразу хорошо, понимаешь? Can you say жопа? What is жопа? Дед, что там сзади, дед, что там сзади? Опа. А, шо? Сзади, что еще? Бабка моя лежит. What is бабка? What is бабка? It is бабки, бабки. Деньги, money? Бабка, это grandmother! Grandmother? Grandmother! Это твоя grandmother? Не, no! It's my girl! Господи! Вот мы спектры раскусили его! Слышь, Дигидон, уйди! Что, товарищ ведущий, что делать? Мир захвачивать нужно, подорвать всех немцев в этом городе! Ну, бабку надо воскресить. Я не немец. Listen to me, я не немец. Нет, бабку ты уже I know, I'm fly dry. Где детонатор? Вот детонатор. What is detonator? What the fuck? What the fuck? О нет, мой магазин. Какой магазин? Его немцы построили. Дед, надо всех расстрелять. Пиндоса надо расстрелять. Я пойду отсюда. Please, успокойтесь, успокойтесь, мистер Дед. Мистер Дед. Я понимаю, у вас проблемы. Я не участвую в ваших проблемах. Нет, а себя зачем поджигать? Мистер ведущий, мне кажется, он сошел с ума. У меня вопрос, почему я русский дед, а у меня нашивка-то Германия? Что не так? Украл, потому что 45-м, понимаешь? Трофей! Кибает, мэн! Кибает! Я предлагаю, пацаны, закончить эту серию на том, что все нам поставят лайкусики прямо сейчас. Как вы к этому относитесь? Я согласен с этим утверждением. Please, лайк, или вы дебили. Ставьте лайкусики, еще, пацаны, что надо сделать, я забыл. Нет. А подписка, subscribe. Мне внук Инстаграм зарегистрировал. Вот. Да, на Инстаграм. В описании, говорит он, в описании. Инстаграм. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. До свидания, увидимся в Субезе, как будем пенсию пересчитывать. До свидания. Всем пока. До свидания. Да, пока.